У торгового центра «Южный парк» неустановленный водитель сбил сразу двух пешеходов, которые пересекали дорогу по зебре. Травмы получили мать и дочь. Обеих врачи увезли в больницу. Большие опасения у медиков были за состояние здоровья 18-летней девушки. Она после удара не могла подняться на ноги. Виновника аварии патрульные отыскать не смогли. Пьяная компания, которая ехала в Subaru Forester, попросту разбежалась. Этот автомобиль попался сотрудникам неведомственной охраны на дороге за минуту до аварии. Водитель откровенно лихачил. Он мчался в направлении Краснореченской, энергично лавируя из ряда в ряд. Подъезжая к улице Кутузова, сидевший за рулем Форестера занял крайний левый ряд и из него заложил вираж направо, на территорию у торгового центра. В этот момент машина и сшибла пешеходов. В иномарке находились 4 человека, и, по словам очевидцев, они говорили, что незнакомый им шофер сбежал. Откровенную небылицу компания рассказывала и о машине, ее взяли без спроса. Форестер якобы стоял у ворот ГСК на улице Панфиловцев, и завести двигатель приятелям труда не составило. С места ДТП они позвонили хозяину Субара, мужчина тут же появился возле нее. Автовладелец показал полицейским свой телефон, в нем действительно имелась запись о звонке, сделанном с телефона одного из ехавших в Форестере молодых людей. Будет ли писать заявление об угоне своей машины, хозяин Субару еще не решил. Распутывать этот клубок будет отдел розыска. С места происшествия Юлия Рябцева и Виталий Векслер.